150 в год. Два выпуска в неделю. Я работаю, чтобы вы отдыхали. Приятного просмотра. Свет появился, да, в кадре? Все более четко. Поехали, значит, что нам надо, что не надо. Начнем. Все просто. Я хочу сделать просто. Так. Поначалу. Я выбрал такой пауэрбанк за основу. Этих пауэрбанков у меня полно. Они что-то долго не работают. И поэтому остались от них вот такие корпуса. И вот такие сгоревшие платки. Вот. Значит, тут уже контактная группа есть. Типа холдер. Вот сюда и будем батарейку потом укладывать. Так. Сейчас, когда я вот так вставляю батарейку, у меня дико нагревается плата. Вот. А, рука не держит. То есть она сгорела. Не работает. Так, значит, я думаю, что сразу выпаять с этой платы все детали. Мне нужна просто площадка. Вот эта монтажная, текстолитовая. И контактная группа вот так удобная. Остальное мне не надо. Я выпаю. Сейчас фен тогда включим. Припаиваем микровыключатель. Так. Давайте припаяем. Все экспериментирую как бы сразу на ходу. Так, держится. Так, примерим. Даже и залезет в нашу колбу. Ну да, залазит. Так, далее с помощью проводка нам надо припаять жало каким-то образом. Вставляем сюда. И вставляем сюда. Теперь вставляем сюда. И прижимаем. Все, теперь надо прижать, а здесь припаять. А здесь припаяем.
Все, готово. Теперь надо нам припаять паяльник к самому корпусу. Не знаю, получится или нет. Так, откусываем лишнее. Здесь надо перемычкой спаять между собой. Так. Здесь у нас плюс надо будет соединить с этим проводком. Ну, а это надо соединить на минус. В будущем можно даже здесь подцепить светодиоды, я думаю. Но я думаю, это все-таки лишнее. Ну, давайте еще вблизи, значит, посмотрим, разглядим, как все это выглядит. Так, вот платку достаю. Вставляем ее на место. Здесь перерезал дополнительно дорожки металлизированные для надежности. И минусовую часть, вот эту пружинку, я не буду фиксировать на плату, тоже для надежности, а отдельно зафиксирую термопистолетом. Ну и последний проводок припаяем. Так, все у нас готово. Давайте включим, посмотрим на мультиметре, как у нас работает кнопка. Кнопка работает в разрыв. Вот батареечки сюда вставляется. Вот уже готовый паяльник. Уже без корпуса можно паять. Так, ну надо все-таки корпус поставить, раз он есть. Так, куда его дел только? Итак, нам нужно отверстие сделать для нашей кнопочки. Такой достаточно. Итак, все уже готово. Давайте включим и проверим наш паяльник самодельный. Берем батарейку. Лучше брать заряженные, свежие батарейки. Вставляем в корпус. Вот здесь потом замажу с торца. Закрываем крышечкой. Ну, заменить батарейку это элементарно, как в пауэрбанке обычно. Так, ну и давайте глянем, какая у нас температура на паяльнике. Так, если вам отсвечивает показания, растут. Ну и остановилась на отметке 250. Нет, еще растет. Ну, работает, функционирует.
паяет провода. Вот такой паяльничек получился, симпатичный. Не сложнее, чем в пауэрбанке. Вот достали, опять новую поставили. Но не знаю, насколько хватает этой батарейки, но должно надолго. Учитывая, что емкость этой батарейки где-то 2200. Все, вот видите, замена батарейки происходит мгновенно. В конце видео вот такая хитрость, лайфхак для моего паяльника. Значит, у нас здесь имеется кнопочка, как можно с помощью ей перевести на постоянное включение, чтобы не держать все время пальцем. Делается это очень просто. Выкручиваем наоборот заднюю крышечку, нажимаем на кончик жала сверху, видим, у нас кнопочка ушла под корпус и осталась в зажатом положении. Все, паяльник включен на постоянную работу. Не надо удерживать пальцем ничего. Мы можем работать, паять, вот так ложить его. Ну, а для разовых каких-то работ закручиваем. Опять кнопка вышла. Можем пользоваться кнопочкой. То есть вот такая кнопочка, два в одном. И в постоянном режиме она тоже работает. Ну давайте вам покажу. Сейчас включу. И смотрим, что у нас сейчас паяльник нагреется. Вот смотрим, дым пошел. Все, можно не удерживать пальцем. Выключить паяльник, вот, закручиваем два оборота. Все, до щелчка кнопка выскочила опять в отверстие. И паяльник отключился. Все, на хранение ложим.